пьесу срисовала со своими одноклассниками. Ну, мы изображали, нам подсказала учительница, террорист стоит темный такой, и за знаком радостные дети гуляют, играют. Я очень долго не могла придумать, что же все-таки изобразить, и вспомнила кадры из с различных мест происшествий, где куча обломков и дети. И вот я решила, чтобы не рисовать людей погибших, просто нарисовать медведя, как олицетворение ребенка пострадавшего. Но на второй части плаката я изобразила уже счастливого ребенка, то есть что терроризма нет, он счастлив. Терроризм для меня – это негативное явление, которое губит жизни, рушит дома. Я знаю, что терроризм – это очень плохо, там погибает очень много людей. Мне, конечно, я очень хочу, чтобы террора не было, правда. Для каждого ребенка это творческий процесс, который вот мы, взрослые, можем оценить, наверное, то, что ребенок чувствует, когда произносит слово «террорист». Да? Это и боль, и страдание, и ужас. И вот именно от этого, наверное, и хотели бы защитить детей всех страны, нашей страны в частности, ребята своими рисунками.